ничего. Сегодня я покажу вам, как сделать стеснение на тексте за минуту. Для этого нам понадобится PS Touch и PixelLab. Сначала мы дублируем слой и создаем пустой слой, чтобы сделать черный фон. Заливка обводка, черный фон готов. Ну и теперь первым мы ставим режим наложения осветления и непрозрачность на 75%. Второй же слой мы делаем, заходим в эффекты и добавляем эффект паска. И размытие мы ставим около 20, и смещение тоже около 20. Ну, угол должен быть где-то вот такой вот. Чтобы видно было, что у нас все получалось, мы убираем на чуть-чуть передний фон. Нужно около 10 раз в фаске. Вот и все. Объединяем слои и готово.